Мы действительно провели собственное расследование, потому что не верим, что правоохранительные органы в сегодняшнем состоянии могут провести объективное расследование. Жизнь нашей страны в последнее время показала, что начиная с террористического акта в Одессе 2 мая 2014 года, затем взрыв гранаты в 2015 году возле Верховной Рады, затем убийство журналистов, террористический акт против телеканала «Интер». Во всех этих террористических актах принимали участие представители власти, и поэтому они все не расследованы.